Эмиль, вот тут я патриота зажил. Может, это как нынешняя власть загнала народ в нищету и в долги. А хочет сейчас последнее, это отобрать у них землю. Молодежь вынуждена уезжать за границу на заработки, тем самым покидая работу свою на нашей, в нашем государстве, в нашей стране. Люди хотят продавать землю, не понимая того, что эта земля в конце им не вернется. Они просто пользуются моментом денежным, так скажем, да? Но иностранные инвестора и нынешняя власть Украины должны понимать, когда придет к власти ОПЗЖ, мы вернем все обратно народу Украины. Каждый, кто причастен на продаже хоть одного квадратного метра, должен быть присужден к государственной измене. Это мое личное мнение и мнение каждого, кто здесь находится. Мы до последнего будем стоять на букве закона и делать все, чтобы нашу страну, в конце концов, не разорвали на куски. И вообще просто потом не станет. Все живут сегодня одним днем, не думая, что будет завтра. Спасибо.